Африке. Африканские языки. Остановитесь. А это нормально, по ним топчется. Остановись, ребенок. Что ж ты именно такой шебутной? Скажи мне. А сколько им-то по возрасту? Почти 2 месяца. 2 месяца? Это нам побольше. Живут лет 5-8? 10. 10? До 10 лет. Африканские, да? Да. Сегодня у нас свежий день. А чего они кушают? Они хищники. Насекомых, индейку вареную там такое едят. Фруктам и овощам нейтрально? Нет, они едят, но очень редко и очень мало. То есть так, как разнообразие рациона, как лакомство какое-то. Это вон мама. Ну все, у вас перерыв на обед. Я просто обычно только уже больших видео. Тренер, водите. Вставайте, выбирайте. Я сейчас какая-то женщина. Достану как-то. Алло, вставайте. Алло. А не хватает? По-моему, нет. Ну, в Африке не так холодно. Да. Женщина на крючке. Сейчас расслабит. Иголки. Отдай. Оно тебе не надо. Всяких мышей охотятся, нет? Ну, мышей едят, скажем так. Если так, да. Едят. Это, ну, смотрите, в принципе, они в природе как раз таки хищники, они все съедают. Угу. Там, вплоть до червей. Всяких, я не знаю. У меня жил ежик, у меня жил обычный, стандартный. Вот я его там, когда мне лет, наверное, 9 было, я с червями ходил. Так, червя, там классно. Романтика лесная. Да. Что для них нужно? Какой садок? Достаточно просторный, я так понимаю. Ну, я думаю, смотрите, где-нибудь 60-40 на 40 минималка. Можно 70-40 на 40, чтобы попросторнее было. Домики тоже им нужны? Да. Любят? Всякие домики, лазилки, укрытия, колесо любят. Мордочка такая. Мордочка хищненькая, сразу видно. И зубки тоже.